Очікувана явка виборців складає 39%, 47% опитаних віддали б голос за Андрія Райковича, 32% за Артема Стрижакова. Не визначили, за кого голосуватимуть майже 15% респондентів і 5,5% голосуватимуть взагалі проти всіх. Как вы видите, сейчас по результатам нашего исследования кандидат от демократических сил побеждает бывшего регионала. Очень существенной и новой тенденцией является то, что наконец-то люди перестали считать представителей какой-то определенной партии бывшей власти. Сейчас присматриваются к конкретным новым политическим игрокам. По результатам нашего социсследования побеждает кандидат, который только заходит в публичную политику. Это очень позитивный тренд, и он говорит о том, что та аудитория, которую мы опрашивали, она хорошо ориентируется в своих новых политических взглядах и делает свой выбор объективно.